Точную копию космического шаттла Independence в четверг установили на крыше гигантского авиалайнера-носителя. Вместе они станут частью уникальной выставки, которая откроется в городе Хьюстон в американском штате Техас. Общая высота экспоната будет примерно с восьмиэтажный дом. Посетители смогут пройти как внутрь Independence, так и побывать в салоне настоящего самолета-носителя, доставившего за время службы на орбиту десятки шаттлов. Программа по созданию космических грузовых кораблей разрабатывалась компанией North American Rockwell по поручению NASA с 1971 года. Последний запуск был произведен в 2011 году.